будет пройденным. Еще одна российская спортсменка, Евгения Медведева, которая как раз свои 140 в нынешнем сезоне уже набирала, причем набирала не раз. Лидер после короткой программы, спортсменка, занимающаяся в школе самбо 70 под руководством Этери Тутберидзе, лидирует после короткой программы. Она такая стабильная, что когда она катается, за нее не волнуешься. А только смотришь, ну, не знаю, на нее и на музыку, и на нее. Стабильная, да. А вот не волнуешься, пожалуй, не соглашусь. На флипе с тулупом. 3-3 стартовый каскад. Здорово, с рукой. Всегда это ее отличает от всех. Совершенно тончайшей музыкальности. Ой-ой-ой, что творит Медведева. 5 прыжковых во второй части. 5 прыжковых элементов. Только она в мире сейчас способна это сделать. Аксель однажды уже подвел Евгению, и еще раз в нынешнем сезоне он ей не покорился. Ничего страшного. Программа этой восхищаюсь. Ну, зарубу устроили девчонки. Прелесть. В который раз. Это прелесть какая.
Я почему говорю, что не волнуюсь? Потому что вот смотришь на нее и думаешь, откуда в этой маленькой девочке с этими тоненькими ручками, как у другого худого человека запястье, столько силы и столько мощи. И огромное желание сделать все наилучшим образом. А то, что каждый человек может упасть, и то, что наши девочки лучше, обе две, это подтверждают все соревнования сезона. Тут не может быть никаких сомнений. Это да. Чистая правда. Это Женя, конечно, объективная очень истина. Здорово делает все, что она делает еще с руками. Она выучила это, и это нужно брать на вооружение, потому что вот у нее здесь луц был покосившийся, но она его сделала и вышла в кораблик, еще сделала сложный выезд. И вот удивляешься, как, откуда. У нее тоже очень сильный тренер с очень сильным характером. И она такая вот сильная девочка. Откуда берется это, эти 4 минуты невозможного? Это действительно невозможно. И в одной, и в другой девочке невозможного. Я думаю, что им не нужно сейчас волноваться, потому что они столько побеждали весь сезон, что их никто трогать не будет. Свое преимущество нужно тоже доказывать не на одном соревновании. И это хорошо должны знать и они, и соперницы. Ну, 5 прыжковых во второй части. Один из которых упал. Да, да. Тут, в общем, никто не спорит, все это прекрасно видели. Нет, не волноваться не получается, очень переживает. У Ленки 4 прыжковых элемента. Новая чемпионка Европы Евгения Медведева. 215. 215, все. Все, золото у Медведева. Поздравляю их. От души поздравляю. Пожалуй, заслуженно. Что тут говорить?